My back, lick my pussy and my crack. В общем, фестиваль прошел круто. Это был первый выездной фестиваль в Киев на челлендж. Вот. Фестиваль очень понравился. Он был, как мне показалось, разного уровня. Были как сильные команды, так и слабые. Тренировки были у нас очень часто, каждый день из-за карантина в школе, и это был плюс, потому что больше времени проводили вместе. Но это того стоило, я считаю, потому что, ну, в итоге же классно получилось. Переживала я за результат, за то, как я выступлю. Я не переживала, хоть я уже, наверное, год не выступала ни на каких ни мероприятиях, ничего, все время выставляла просто учеников. То, как они воспримут, ну вот сам результат номера, то, как они выступят, получится, не получится, подбросится Кристина вверх или не подбросится. Перед выходом на сцену, это просто не передать словами, насколько было страшно. Ну, мы боялись что-то не то сделать, не то станцевать, хотя у нас все было отработано. Но я считаю, что мы выступили хорошо. Нас зал поддерживал, это было слышно и на видео, и когда мы танцевали. На мой взгляд, выступили мы хорошо, но всегда можно лучше. Мне кажется, что мы выступили достойно для такого уровня и заслуженно для третьего места. Хочется после фестиваля участвовать еще где-то, еще какие-то фестивали, еще больше обкатывать номер, чтобы он смотрелся с каждым разом лучше и лучше. Потому что, ну, тренировки это одно, а когда живое выступление, когда ты выступаешь перед зрителями, это уже совершенно другое. Я поняла, что нужно ездить на такие фестивали, потому что раньше мы на фестивале такого масштаба не ездили, и это был первый опыт, и реально теперь есть стремление двигаться дальше. Shake your body, don't stop, don't miss.